все сражения подразделяются на «Ай-яй-яй, меня сейчас убьют!» и «О, все, я уже победил, чего сопротивляетесь?» Так-так-так... Ту-ру-ту-ту-ту! Всем привет, ребята! С вами Витёк, и это долгожданное воскрешение, можно сказать, Plants vs. Zombies 2. А это цветочек, который тоже в этой игре есть, и не один раз, между прочим. Ему надо посмотреть в глаза и поставить лайк. Все. Если вы это сделали, можно смело откидываться на спинку кресла или дивана, или где вы там находитесь, и наслаждаться просмотром. А сегодня мы с вами будем копить джемы, возможно, тратить джемы при джемс. Не-не-не-не, спасибо, за рекламу не надо. А что-то там можно купить за джемы, кстати? Вы пока, ребят, подумайте и скажите мне, а что же мне лучше всего купить за джемы? Какой цветок? А то мне все кричали, купи тот, купи сёт. Я так и не понял, то ли гипношрума надо купить, то ли кого. До сих пор не понимаю, что все-таки лучше из этого всего. Ну да ладно, нам нужно играть. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. New Epic Quest, это как? Defeat Whistle Horder Zombies. Basic Jurassic Marsh Zombies. 50 зомбарей надо Jurassic Marsh завалить, кстати. Jurassic Marsh я давно не ходил, можно сходить, кстати. 10 кристаллов, кстати, дадут. Они знают, чем меня приманить. Нам же нужны кристаллы. Дело, говорит, твое, но я покупал самонаводящийся чертополох, пишут мне. Так, игра даже помнит, с чем мы с вами ходили в прошлый раз в атаку, но нам здесь, смотрите, волосатого дают в любом случае. Как бы это странно ни звучало, волосатого нам все-таки подпихнули. Но вот эти нам парни не понадобятся, потому что здесь нету могилок. Я просто по могильному миру ходил в прошлый раз. Я люблю мину. Она классная. Электрик-блюбери. За реальные деньги, но заряженная по уши. Где же мне столько денег-то взять? 379 денег. Я бы ее купил, она классная. Она хреначит по всем ток в путь. Но... Я, к сожалению, не... Внук нефтяного магната. Поехали так. Посмотрим, если что-то будет не хватать. Ну, значит, как обычно, будем выкручиваться. Газонкосилки такие каменные, прикольные. Солнце, привет. Солнце взойдет. Эй! Зомбиз камин. Зомби-камины. Нужно блок тут сделать из 6 таких чуваков. Чуть они так по многу сразу выкакали. Что с ним произошло, ребят? Почему они такие крутые стали? Резко. На какую-то миллисекунду. Так, а что я туплю-то? Мне надо строиться уже. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Сюда вот так. Я забыл, как я строюсь обычно, честно. Поэтому строюсь как попало. Так, чертяк идет. Вот так вот. Вот так вот. Чё творю, сам не понимаю. Ну, в принципе, денег у меня вагон. О! Он чуть не сожрал моего поливатора. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, смотри, развитие пошло, пошло. Отлично идем. Деньги кончились. Как так? Больше денег, богу денег. Супер. Большая волна. Большая волна. Ёлки-палки, какие-то злые ребята. Как мне их остановить? Масло на лицо, точно, давай масло на лицо всем накидаем. Отличная идея, мне нравится. Так. Сейчас. Что, у меня же это есть. Короткие кнопки, я их забыл. Да все, я же победил.
Чего вы тут сопротивляетесь? У меня, знаете, у меня все, всегда я играю, когда в эту игру все сражения подразделяются на «Ай-яй-яй, меня сейчас убьют!» и «О, все, я уже победил, чего вы сопротивляетесь?» Вот, да, вот такой вот я. Тю-тю-тю-тю. Я думаю, надо по краям еще вот таких вот лазерных чуваков поставить. Заметили, я на ускорении даже уже играю, успеваю. Я прокачал свой мозг. Я теперь это быстро делаю. Я чат забыл включить, кстати. Так, пока зомбаки сражаются, я вам чатик подключу. Оп! Вам там не одиноко? Нормально вроде. Так, что у нас происходит? Мы побеждаем. У нас уже 2000 денег лишних. Почти. Видимо, пройдено. Опа-на. Что это такое? Что это за штука, ребят? Я 27 зомби успел завалить. Что это такое? Что это? А, это сундук с бонусами обычный. Парфюм шрум, я таких не знаю. Колючая какашка какая-то. А, потейто майн. Ого! Картофельная мина, ребят. Так, это мне не интересно. Что скажете? Ну-ка, чат. Волосатый норм посади в большом количестве. Мне тут подсказывали, но я как-то пропустил. Ну, я бы не сказал, что прям волосатый норм. Юрасик Марш. Я первую карту, получается, прошел, что ли? Сейчас, погодите. У меня охота на квест. Куда он делся? Вот он. Сразу следующую давай бомбим. По-моему, состав точно такой же. А мне один и тот же уровень не запускают. Здесь все вообще как-то одинаково. Ну-ка, давай-ка выйдем, лучше в рукопашку запустим. А то я знаю, эту игру она может начудить. Пошли, сами выберем номер 2. Вот, видите? Тут писанина пошла на английском языке. Динозавр появился. Но видите, динозавра не было. Кстати, что динозавр делает? Кто-нибудь скажет? Скажите, пожалуйста, я не в курсе. Я думаю, мы с вами той же тактикой нормально все это пройдем. Надеюсь. Интересно, вот он, ты смотри, ты его сажаешь, он то сразу начинает давать, то как-то с задержкой. Почему так? Зомби из камина. Подпинывает зомби вперед. Ага. Понял. Донатище от Адольфушки. 100 руб от Адольфушк. Люблю смотреть бои, но и зомби ничего. Поставь Ренберес. Зомби. В тему должно зайти, я понял. Так, как-то так пока что. Динозавр, 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 динозавр. Динозавр, динозавр. Не понял. Ты куда? А почему я не стреляю по нему? Ребят, что за тема? Почему я по нему не бью? Давай ОЕшкой попробуем закатать его. То есть он как бы дружественный. Ох ты ж, нифига себе, он пендель ему отвесил. Мощно.
Стопы. У нас тут проникновение. А они пинают прямо за цветы куда-то? Могут выпнуть за цветы? Нечестно! Нет! Черт! Какой трешняк! Здесь не получится, значит, по моей тактике играть. Ой-о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 й
Босс, все пропало, динозавры нас убивают. Значит, надо что-то дальнобойное, в принципе, брать. Так, ну ладно, средний ряд мы уже потеряли. Восстановить я его никак не смогу. Так, значит, надо дальнобой класть. Средний ряд у нас уже прожжет. А здесь что происходит? Что-то как-то я прожевал этот момент. Кажется, мы еще один ряд потеряли, ребят. Неожиданно. Ну, потому что не знаешь, что тебя ждет впереди, понимаете? И вот такие вот косяки получаются иногда. Слушай, а как это... Как в это играть-то, если они такие мощные все тут? Хорош он напинал там мне. Офигеть. И как это проходить, скажите? Я не понимаю. Честное слово, для меня это загадка, как это пройти. Так, ну этот уровень я, наверное, все-таки допройду каким-то образом. Я надеюсь. Уже мне нифига толком не осталось, но я стараюсь. Остался совсем чуть-чуть. Но теперь мы знаем, что когда есть динозавры, тут беда совсем какая-то. Забивает. Может, реально вот этих вот лохматых надо ставить? Они отталкивают, вот пишут. Но они не всегда отталкивают. Я помню, я как-то их ставил. Они не всегда отталкивают. Надо, наверное, знаете что, вот эти вот цветы... Надо не здесь ставить, надо их вот здесь где-то ставить. О, квест комплит. Ну что, какой будем покупать-то? Какой будем покупать цветок? Я наконец-то накопил денег. Я, наверное, возьму гипногрипп, реально. Мне кажется, это хорошая вещь. Давайте возьмем. Будем его брать с собой. Ну ладно, пошли тогда ломать мега-квест. Обычно здесь все дается, и мне особо не надо ничего делать, просто делать. Оба-на, карабина какая-то. Стреляет, видимо, вот так как-то, да? Ты промазал. Чувствую, я куда-то не туда его поставил. Грустная картошка. А, она растапливает друзей. Слил. А чё крабики? Они, наверное, в упор бьются только, да? Моя цель растопить всех, что ли? Слушай, они довольно-таки сильно кусаются, я вам так скажу. Очень сильно кусаются. Они покруче, чем этот, который... Бдж, бдж, бдж. Вы поняли меня. Юджива его в зомбис. Кусь-кусь. Такие кусь-кусь, кусь-кусь-кусь. Что это за звук? Интересно, какая у него ульта. Блин, там этих двигают идут. Видимо, нам нужно растопить. Нам нужно растопить все перед ними. А, пока подморозим. А ты прикинь, его заморозить даже нельзя, он только замедливается. Замедливается. Где я такое слово-то взял? Замедляется. Нам нужно растопить, успеть вот этих всех чуваков, иначе они задвинут наши все цветы в я не знаю куда. Вот это уже не просто. То есть нужно было картошечки вот эти придерживать, судя по всему. Ну кто ж знал? Кто ж знал, что картошечки нужно придерживать? Я ж первый раз играю. Тормози их!
Картошечки, пожалуйста. Не картошки нужны, а не крабы. Ну-ка, вот этого. Во. Так, все, одного освободили, считай. Так, нужно еще пару картошечек. А, нормально, крабы жрут. Крабы их жуют. Значит, картошечки не нужны, получается? А чё ж я так нервничал? Я-то разнервничал, думаю, все, хана, не пройду. А тут, оказывается, сиди и просто крабов оставляй по линии, будешь победителем. Все в порядке, ребят. Можно не заморачиваться. Я сразу ускорение включил и пошел дальше. Ач, 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 ач. Крыть, 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 крыть. Краб, 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 краб. Они на две клетки вперед кусают. Тут по всему, да? Забавно. Крабы начинают бить. Когда вот этого жрут, вон тот уже бьет, насколько я понял. Так что как раз вот три вида крабов, это то, что нам нужно. Ульту проверь. Обязательно. Я жду какой-нибудь мега дичи. Что это сейчас было? У меня краб запустился куда-то в бездну. Где бы запустить краба? А вот здесь. Смотри, много маленьких крабят побежало. Ну просто линию защищает. Просто защищает линию, ребят. А заморозка, видимо, для того, чтобы тот, кто подходит, он садился в заморозку, и крабы его спокойно закусывали. Я более чем уверен, что для этого. Вот здесь вот и поставим. Слишком много заморозки. А вот видите, он встал, влип. Его краб кусает. Я, конечно, понимаю, что оптимальный вариант было бы подождать, пока второй начал кусать. Но... у меня этих заморозок столько. Могу себе позволить. Крабы жгут. Это редиска крабы. Похоже на то. Давай, игра, ускоряйся. Давай эту засеку растопим, чтобы он побыстрее просто прошел к нам. Он какой-то слоупок просто. Давай, иди быстрее. Что я же могу вот так сделать? Чем мне ждать, пока он дойдет? Я им просто чайники поспиливаю, пока они еще не дошли. Победа! Когда краба съедают, но не давит, он мстит, я заметил. Он выбегает и начинает всем откусывать все. Так, выжить. Ага. Угу. Видимо, что-то дальнобойное сейчас должно быть. На этом сажать нельзя. Видимо, только здесь. Опять крабы. Угу. Сэндсторм. Что это такое? Вот, ну как. Здесь еще ускоряшки будут. Мы их будем контрить. Не проблема. Тыщ, 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 тыщ. Тык, тык, тыщ, тыщ. Хватит жрать. Хватит жрать мои камни. Ой, вы поняли. Довольно-таки слабо бьют вот эти мелкие. Нужно больше мелких. Это что это такое? Он весь в курицах. О, ты смотри, как они контачат клево. Я и забыл про это. Что-то моего краб, походу, снесли.
У-у-у, тучка, 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 я вовсе не медведь. Что-то опасно как-то, ребят. Я так понимаю, вот этих чем больше, тем круче получается. О, мамочки, по-моему, пора проносить все дело. Отлично, вообще прям контачит. О, круто. Смотри, крабы куриц жахают. А курицы жахают крабов. Все друг друга жахают. Веселуха. Давай еще. Еще одну тучку. Я понял, они пытаются меня завалить трупами. Я тоже буду их заваливать растениями по полной программе. Ух, там туча, смотри, мочится, беснуется, просто всех валит. Еще одно. Краба запустили. Они запустили мне краба. Я же вроде еще тучу запускал, нет? Забавно. Классно. Победа. Круто. Так, следующий уровень. Знаете, чем мне нравится вот этот квест? Не надо что-то там располагать. Цветы, сиди, радуйся просто. Найди тактику и пройди. И что, все вот так просто крабы? А что еще с крабами выдадут? От этого зависит. Пока я вижу только крабов. Ну давай сюда поставим. Какая в принципе разница? Ров в сплошняк, как говорится, пойдем. Даже можно вот так. Два ряда крабов вот так выставить. Я не удивлюсь, если здесь будут просто тупо крабы. Ну чисто пожать же надо над человеком, который проходит этот квест. А мы, получается, краба же получим, да, когда пройдем? То есть нас учат управлять крабами. Ой, курятник идет. Курятник — это плохо. Ходил реально одни крабы. Давайте, ребята, куриц режем, режем, режем куриц. Молодцы, справились. Сейчас я крабов тут понаставлю. Но это слишком легкий уровень, ребят. Здесь только, знаете, менеджмент расстановки крабов по карте. Это кто такой? Танк! Опа! Прикиньте, здесь еще орехи есть, оказывается. На 20 крабов один орех. Два. Видимо, вместе с орехами заходят эти, как, инопланетяне на танках. Да ладно, еще что-то появилось. По-моему, пора крабиков призвать. Какую ад творится, ребят? Офигеть, вот это война! Офигеть, как это эпично! Фу, кажется, справился. Как круто! Такие идущие там. Это как куча этих зеленых цветочков летает по всей карте. Краб за бабки. А зачем я тогда за него играю сейчас? А, я получу экспу на крабан. А че же вы мне раньше не сказали? То есть это бесполезно получается, я же не буду его покупать.
Ну, мы повеселились. Мы с вами увидели, кто такой краб. Ну ладно, пошли тогда вот сюда. Здесь три каких-то башки дают. Хорошо, давай мочить. Так, я уже немножко забыл, что тут про заморозку. А, вот они когда наступают сюда, они переходят туда, я понял. Так, нужно картошечку, видимо, взять с собой. А, ну она по-любому, в любом случае берется сама. Ну и хорошо, так, это убираем, это нам нужно. Так, стоп, они будут сдвигаться все на три... А какие-то птицы нет, птиц здесь не будет никаких. Значит, это, наверное, не понадобится. Давайте вот этих оставим. А, можно взять вишенку. А, погоди, я же гриб взял, гриб крутой. Вот, давай гриб возьмем. Он же топовый. Сейчас посмотрим, как он будет работать. Я даже не знаю, что еще взять. Ну, давай мину возьмем. Мне кажется, я и так смогу. Лет срок. Эй! Где он идет? Внизу. Топим! А, вот он как. Я сначала должен этого цветка раз. Топи его! А если он ледяной будет? А какая мне разница? Ну и пусть он будет ледяной, да? Музыка прикольная. Я не знаю, как это называется. Это классный инструмент такой. На музыке мы его проходили, я точно помню. А, они вообще проходят насквозь, если он заморожен. Ну и ладно. Так, ну все, первые чувачки нам пока не нужны. Так, организуем оборону. Погоди, а что-то их подмораживает тут? А что их подмораживает, я не понял. Тупо холод? А может мне сюда этого парня поставить, который... А, я его не взял, огненного чувака. Вот он, что, Михалыч. А он тут еще периодически все мерзнет. Так, лазеры в бой. Huge wave of zombies. Великая война зомбаков в атаке. А, погоди, уже все. Слушай, ну это нечестно, я их как-то быстренько завалил, они даже ничего сделать не могут. Слабаки. Нифига себе, дурында вырастил. О как. Интересная карта. То есть они будут идти и потихонечку собираться. А, вот так вот, да. Это что такое за кукуруза? Вентилятор какой-то. Что он делает? Замораживает. А, он одноразовый. Он всех отталкивает. Прикольно. Блин, а там вендроид идет. А что с вендроидом делать? Видимо, сдувать.
Блин, жаркая какая карта, а? А здесь еще один идет, я чуть не приметил сразу. Сюда какого-то мощного надо ставить. А, тут дошел уже парень. Мочи его. Да, без этих вентиляторов я бы ничего не сделал. Давай, давай, давай. Слушай, ну как он? Оу. Нормально, каску сбили ему. Хорошо. Так, чё дуть куда? Так, эти справляются, эти справляются, эти справляются. Еще шипов ребятам надо поставить. Хорошо, хоть медленные. Так, с этим справимся, с этим справимся, надеюсь. Да, справляемся, отлично. Так, даблшотеры. Вот сюда. Давай, мочи! Смотри, орда такая идет, и я их всех валю потихонечку. Музыка еще круче стала, вы слышите? Такая. Та-та-та-та-та! Пип-пип-пип-пип-пип. Нормально походил, смотри. Они идут прям и по шипикам прям. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Шипами там всех перебивает. Ну, эти, вот эти парни тут настреливают. Но эти, в основном они все внизу идут, поэтому здесь нормально проходится. Final Wave. Вот это, наверное, сейчас будет сложно. Хотя у меня есть три листа. За три листа сейчас мы их точно увалим всех. Как-то вы заметили, у меня перестали ехать аппараты, агрегаты мои. Не хотят они мне больше давать ничего. Да я и так справляюсь, кстати, без листиков. Изи! Главное тактику понять. Ну, забавный, кстати, уровень. Смешной. Так, вентилятор воздушные цели сдувает в никуда. То есть вообще просто насмерть. И что? Опять я не дошел, да? Почему, смотрите, вот это вот такая прозрачненькая, это с какими-то колечками, что это значит? А, вот сюда мне надо дойти, да? Вот сюда. Во, мне надо три штуки собрать вот этих вот. Вот она что, мне просто нужно проходить. Значит, надо еще как минимум две карты пройти, чтобы до этой штуки, до первой добраться. Это как это, сначала вниз, потом вверх? То есть, по сути, в нижней можно ничего не ставить. Серьезно. Так, здесь мы будем замерзать или нет? Я на всякий случай тогда оставлю эту штуку. А, так, пыщ, пыщ, пыщ. Мне кажется, нам нужно здесь... огонька. Будем греться. Ready, set, plant! Поехали. Будет намерзать или нет? Ёлки-палки, как они неудачно идут. А минт нету! Минта нету! Мин нет! Мне срочно нужен. Так, этот сейчас сюда засунется. Так, как его, как его, как его, как его, как его, как его. Сжигай быстрей! Сожрет же. Ух! Спалил его. Так, здесь что происходит? Так, ну по идее мы этого должны сжечь. Так, накидываем.
Мне кажется, сюда пора уже вот эту штуку поставить. О, прошел. Срочно спасать. Спасать мои цветочки. Нет. Нет. Уж опасно здесь. Обратно сейчас пойдешь. Сожрали мой лазер. Но ничего. Он, смотри, он один идет, всех валит там. Мощь. О! Кидается снежками, посмотри. Ах ты какой, вот он что делает. Снежком кинулся. А мы сюда вот, смотрите, огурец поставим. И вот сюда вот эту штуку. А? Не ждали? Сюда лазер. Блин, реально кидаются снежками. Нельзя так делать. Ну ладно, у меня огненные чуваки, они растапливают все. А здесь вообще получается сейф-спот. Тут никто никогда не будет. А если чувак пойдет, который снежками кидается, он может накидать. Ну, нормально, кстати, сейчас. Хорошо тут уже прожаривают. Так, добавим здесь. Я не знаю, что-то я на лазерные подсел. Они просто насквозь бьют, наверное, поэтому. Музыка, какофония какая-то. Хорош. Хватит мои замораживать. Так, и вот сюда еще добавим. Смотри, там сколько много идет. Сейчас съем в глаз. Да, без картошки здесь не получится, ребят, пройти. Как-то она здесь очень хорошо заходит. Напряженка! Все, конец игры. Я выиграл. Как обычно, в принципе. А, это еще не конец был. Ну, сейчас мы вам устроим кузькину мать, смотрите. Копа! 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 Я, конечно, понимаю, что можно было просто на лазерных парней это все поиспользовать. Но мне так показалось, будет веселее. Витёк читает чат, конечно. Ведь чат — это единственный способ вашего общения со мной. Ты на чем играешь? На компьютере. Во! Добыл! Ту-ри-ту-ту! Скрывайся. Ну, деньги — это фигня. Это что это такое? Какая-то летающая голубика или черника. Ротобага. Не угадал. Лучок. Лук-лучок. Стань он. Видимо, он как-то оглушает врагов. А, это все. Мало. Больше хочу. Я думал, там будет по 57 зарядов. На... Не понял. А это я люблю. Это что такое? Что оно делает, ребят? А, это какая-то термоядерная катапульта, ты посмотри. Огнепульта. Такое ощущение, что она отогревает всех вокруг, потому что у нее огонек есть в руках. Я понял, мне нужно огнепульты поставить везде.
О, северный ветер. Надо было в первую очередь вот этих растопить парней. Хотя не факт. А наверх он не бьет, да? А вот здесь он будет нормально, кстати, раздавать. Вот сколько я кукурузу уже разбудил. Молодцы, кукурузки. Даешь огнепульты в массы. Отсюда она разбудит их, вряд ли. Давай. Утопи! Тыщ, 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 тыщ. Ну, вам прикольно, что они живые остаются, они них не съедают. Все. Первый раз топ. Пьючивай его в зомбис. Нормально поставил так. Тыщ, плюху ему такую. Огнепульта топи. Топи сильней. Нифига себе, там орда целая идет. Давай улучшим огнепульту, хочу посмотреть, что будет. Бах, бах. Фига себе, на термояд устроила полный. Они еще и снежками кидаются. Здесь нужно больше огнепульт поставить. Хотя и одна справляется неплохо. Так. Куда тебя понесло? Хорош тут жрать все. На тебе, на тебе, на тебе, по жопе, по жопе. На, 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 на. Хорош, сняли ему чайник. А здесь что происходит? Нет, умри. Хорош, так. Замерз парень. Надо огнепульт ему под ноги поставить. О, а вот и она. Супер. Чего ребята работают, а? Вы посмотрите. Можно еще вот так сделать. Это не нужно. И так отлично получается у них. Я тащу. Иммунен к заморозке перчик. Но он же горячий. Чё-то как-то... Ну-ка, покажи мне карту. А, да, ну все, да, верно, видите, я дошел до этой точки, раздавил ее, и у меня открылась вот эта штукенция. Ну, здесь далеко еще до следующей идти, ребят, я не успею за это видео это сделать. А, в общем и целом, Plants vs. Zombies. Здесь еще поле непаханное. Растения сажай, сажай. Поэтому... Если хотите помочь в сажании растений, нужно поставить лайк, поделиться с другом и добавить в плейлист это видео. Ну а там, глядишь, и... Круто. Всем цветок, все так же, счастливый и упоротый. Это был Plants vs. Zombies, долгожданный, 100 лет ожидаемый всеми. Всем пока.